момент, когда я вот первый раз выходил в 14 лет на профессиональный ринг, на W5, для меня это было мечтой, потому что я к этому шел на протяжении там 8 лет. А сейчас я прекрасно понимаю, насколько это, наверное, был важный момент для меня вообще в жизни. И в тот момент, когда я вышел первый раз на профессиональный ринг, я понял то, что это то, чем я готов заниматься все время. Это мое любимое дело, и я готов, ну, дать свою жизнь этому. Максимально освобождаю голову от лишних мыслей и выхожу именно с холодной головой, стараясь не обращать ни на что внимания. И когда все, вот я попадаю в ринг, все, практически нету никого, кроме меня, соперника, тренера и судьи. Ну, бывали моменты, конечно, была какая-то усталость от боев, но в себе я был всегда уверен, потому что я понимал, что это бой. В бою может произойти все, что угодно, даже в плохой форме боец всегда может сделать какое-то действие, которое приведет к победе его. Я всегда надеялся на то, что если я сдамся, это просто может не привести меня к той мечте, которую я поставил перед собой. Боксинг – это моя и работа, и хобби, и это, в принципе, моя жизнь, потому что я провожу практически все свое время в зале. Есть мелкие увлечения, но я не могу назвать это прям вот своим хобби. Где-то это автоспорт, я занимался велосипедом, BMX-ом. Кикбоксинг занимал все больше и больше времени в моей жизни, и я просто это оставил, и сейчас занимаюсь именно кикбоксингом. Так получалось, то, что наши ребята выступали в организации W5, Андрей Владимирович возил их на турниры, и один раз мне он позвонил и говорит: «Влад, есть возможность поучаствовать в W5, вот я смогу организовать бой». Мне на тот момент было 14 лет. Я, конечно же, согласился, он говорит: «Ну, там будет такой хороший соперник». Начали тренироваться, там был месяц на подготовку, помню эти ощущения, когда первый турнир, вот это наша дорога. Мы едем в Москве, это все проходило. Для меня это такая была эйфория. У меня, возможно, начинается профессиональная карьера. Все будет зависеть от того, как я себя покажу. Я выступал только на любительских соревнованиях, и я понимал то, что я должен быть готов еще лучше, чем обычно. Потрудился очень сильно, подготовился к этому турниру и отдался полностью. У меня было неожиданностью, потому что я всегда боксировал по любителям. Это по 2 минуты раунда, а тут 3 минуты. Функционально, думаю, первый раунд уже подходит к концу, думаю, да хоть он закончится уже, что-то очень долго. Для меня этот бой сложился удачно, показал весь максимум, который мог, и я практически не оставлял никаких шансов своему сопернику. Ну, изначально, когда я вообще пришел заниматься, меня привели в бассейн, там стоял мужчина, он сказал: «Ну какой из него пловец, он должен быть боксером». В итоге мы пошли на бокс, но так получилось, то, что мы опоздали там на 10 минут и попали на кикбоксинг сразу к своему тренеру, к Андрею Владимировичу Чадину. И вот так вот на протяжении 12 лет я тренировался и достигали результатов. Я особо не подавал никаких надежд. Андрей Владимирович сказал, что через 3 месяца будут соревнования, будут выступать все. Думаю, ну классно, будет первый опыт. Андрей Владимирович говорит: «Мне нужно посмотреть, кто как себя покажет». Ну, первые соревнования прошли неудачно для меня, я проиграл их. Я очень был расстроен. Но для меня это, наверное, стало большим толчком. Вообще то, что я остался в кикбоксинге, я где-то благодарен той ситуации, которая получилась. И я понял то, что я хочу выиграть. Влад
занимались в зале за рингом, а в ринге тренировались ребята, которые ездят на соревнования более часто, на более высокого уровня. Конечно, очень хотелось попасть именно в ринг, туда вот ко всем, к основным, чего-то добиться и уже начинать из себя что-то представлять. И я трудился до последней капли пота, старался, вот мне очень хотелось выиграть в соревнованиях профессионального уровня. Для меня это было, конечно, что-то необычное. Ребята выходят в одних перчатках, ищут кулачную, показывают красивые бои, как они не отбивают себе ноги, как это вообще может быть. А как только я увидел эти бои, я сразу подумал, что я там хочу драться. И вот это моя, наверное, первая цель, которую я поставил перед собой. Ну, я пытаюсь развиваться не только как спортсмен, но и как спортивный тренер, поэтому я стараюсь разбираться и в других направлениях. Это легкая атлетика, велоспорт, плавание. В этом нужно во всем разобраться, где-то что-то посмотреть, потом это нужно попробовать на себе. Любой спорт вообще, в принципе. Чтобы выступать на профессионалах, нужно быть разносторонним спортсменом, и в подготовке это будет мне намного больше помогать. В профессиональном кикбоксинге я от каждого пытался подчеркнуть что-то интересное для себя, более новое. Где-то я увижу комбинацию, и я пытался потом попробовать в зале. У меня получалось быть более разносторонним спортсменом, и Андрей Владимирович всегда это говорил, то, что нужно от каждого брать самое лучшее, и пытаться это применить и сделать своей сильной стороной. Для меня, наверное, одна из основных прям вот таких целей глобальных – это внести свое имя именно вообще в спорте.